Итак, мы продолжаем проходить дополнение «За гранью света», закрывать квесты, изучать секреты и, конечно же, получать новые экзоты. Сегодня разберем квест на получение гранатомета со стихией «Стазис. Хватка спасения». Устраивайся поудобнее. Итак, квест на «Хватку спасения» станет доступен вам после прохождения основной сюжетной кампании дополнения «За гранью света». Получить его нужно будет у скитальца в башне. Квест носит название «Прототип на стазисе». Для первого его этапа вам нужно будет отправиться на Европу и уничтожить 10 капитанов падших и 10 прислужников. Убивать их можно из любого оружия и способностей. Не могу сказать, что есть какой-то 100% простой способ фарма этих ребят, но поделюсь парой советов. Во-первых, этот этап может у вас выполниться самостоятельно за время прохождения миссий постсюжетных или пока вы качаетесь. Задание от Варикса, например. Во-вторых, можно отправиться в локацию руины Ивентайда. Я доделывал этап именно здесь. Тут много падших, часто проходят публичные мероприятия с ними, так что если вы проведете тут несколько минут, просто нарезая круги по локации, то найдете и капитанов, и прислужников. После этого этап поручения обновится и потребует завершить задание на убийство одного из советников Эрамис. После прохождения основной сюжетной кампании, Варикс выдает вам квест «Гибель Империи», после которого следует нужное нам поручение на убийство Кридис. Разобравшись с ней, у вас зачтется этап экзотического квеста. В общем, мы встроили квест в твой квест, чтобы ты проходил квест, пока проходишь квест. Удобно! Следующим этапом уничтожать противников на Европе с помощью способностей стазиса. Тут быстрее всего будет отправиться в локацию «Пропасть Астерия» и убивать здешних вексов. Охотникам в нижнем перекате и с шестым койотом с помощью рукопашной атаки я выполнил этот этап минут за 15. После того, как набьете все 100% шкалы на этом этапе, не уходя с локации, спускайтесь в затерянный сектор «Скрытые пустоты». Зачищайте его и говорите с другом паука. Тот дает нам прототип и обновленный этап поручения. Это консоль экзоученных. Вероятно, здесь была очередная лаборатория Бреев. Летим в башню, рассказываем о своих подвигах скитальцу. Он, в свою очередь, отправляет нас на довольно интересную в своих диалогах миссию – похищение стазиса. Отправляйтесь на Европу и проходите задание. В середине миссии вы украдете нужный нам экзотик и вторую половину уже будете учиться с ним обращаться. Главный перк оружия «Хватка спасения» гласит, снаряды этого оружия создают кристаллы стазиса и замораживают ближайших врагов. Так что пушка, по сути, наш ключ к тому, чтобы использовать силы стазиса в комбинации с подклассами света. Как и всегда, обзор на сам экзотик будет чуть позже, когда мы поймем, куда и как его можно интересно применить. Так что, чтобы не пропустить разбор, подпишись на канал, ударь в колокол и оставайся на связи. Удачи!